мужчина увлекается женщиной, и поэтому в этом, ну, такой сильной опасности на первоначальном этапе нет. А женщина предпочитает тебя кому-то. Если она изменяет, она тебя предпочла. И потом восстанавливать отношения очень сложно, когда тебя предпочли другому. Отношение к измене очень тоже разное. Женщины не прощают измен никогда, вы не просите. Мужчины прощают. Если он тебя не убил сразу, он в принципе способен простить. Он в принципе способен простить. Но когда он только узнал, беги. Перебесится, потом поговорите, но сначала беги. Мужчинам, да, вот мне еще дед мой сказал, как-то мне было 13 лет, он говорит, если тебя вдруг твоя там жена или там кто-то этот увидит с кем-то другим, никогда не соглашайся. Сразу скажи, ничего не было. Я вообще тогда не понимал, к чему это, а женский мозг, он постоянно крутит одно и то же. Из-за этого вы доводите себя до истерик просто. На ровном месте вы доводите себя до истерик. И мужчина, вот если такое, не дай бог, случается, должен дать тебе окно, чтобы ты себя обманула, что этого не было. У меня была пара, которые пришли, муж с женой, знаете, это вот курьезы, да, из профессии, там, я не знаю. Он так ее привел, мне надо в командировку, она вот что-то истерит, я, короче, этот. Я говорю, что случилось? Я ей изменял? Он при ней говорит, я ей изменял год в командировке. Успокою ее. И уехал. И мы сидим, я на нее смотрю, она на меня смотрит. Я думаю, с чего же начать-то? Начать-то непонятно, нельзя признаваться. И мы бы вместе ее убедили, мы бы нашли там какую-то историю, и она бы сама себя обманула и перестала клевать ему мозг. Она никогда не перестанет клевать мозг, пока он ее вот не обманет. Женщина, если тебя любит, она обязательно в это, ну, она в это поверит. Она в это поверит. Финансы.